Саша, я тебя поздравляю с тем, что ты сегодня поешь на этой знаменитой сцене, на которой пел Утесов, Клавдия Шульженко, Лидия Русланова. Я лично слышал на этой сцене Дюка Эллингтона и Марлен Дитрих. Так что ты занял, наконец-то, место среди великих. Спасибо, Михаил Александрович. Спасибо. Вас всех поздравляю с праздником защитника Отечества. И я вам прочту, если разрешите, маленькое стихотворение военное. Когда едешь в Ригу поездом, около Волоколамска есть такой разъезд, называется Дубосеково. И там стоит памятник военным годам, 6 огромных солдат, высотой, наверное, с 10-этажный дом, в поле, представляете? Поезд проезжает это быстро, за несколько секунд. И все годы хотелось мне как-то об этом написать, поскольку я сам человек с Отечественной войны, вернувшийся живым. Это мой праздник 23-го. И вот небольшое стихотворение называется «Дубосеково». 6 этих каменных солдат стоят у Дубосекова. А кто они? Зачем стоят? А и спросить-то некого. Какой безжалостный комдив на той равнине гладкой немецких танков супротив поставил их с лопаткой, и я остался на войне, и я мотал обмотки, и этот памятник и мне в распадке на высотке. Но чем я виноват, что еду в рижском скором, а эти 6 глядят мне как бы вслед с укором? Ты, машинист, вези, но где стоит пехота, ты возле них притормози, поговорить охота.